Мои орхидейки все цветут, да, цветут. Красота, красота. Очень красивые. Обожаю их. И радует меня своей красотой. Люблю все. И корни в них люблю. И их не вот так беспорядочно висящие кисти цветов. Обожаю. Огоньки. Цветочные композиции. Мой любимый зимний сад. Вот такая цветочная композиция. Как приятно ушам слушать такое журчание воды, как будто нахожусь где-то в лесу под водопадом. Здравствуйте! Вы на канале Шмыгля Resident and Alina's Home Garden. И сегодня 8 марта 2021 год. Давно я не делала обзор моего зимнего сада. Ну вот в начале весны, на 8 марта, я решила снять видео о моем зимнем саде, как, что цветет в моем зимнем часу саду, какие новые у меня, какие новиночки и вообще, как поживает мой зимний сад. Ну что ж, давайте поехали смотреть. В начале видео покажу мой водопадик и композицию, которая возле водопадика. И потом его выключу, чтобы никого не раздражало. Чтобы не писали, что раздражают журчание воды. Меня, наоборот, успокаивает. Но я очень люблю журчание воды. Вот такой водопадик работает, все работает. Освежает мой зимний сад. Рыбак ловит рыбку под водопадиком. Вот. Сидит парочка влюбленная. Вот такая красота. По-весеннему птички щебечут. На улице у нас весна-весна. Очень хорошая погодка. Наслаждаемся весной. Хотя и снег лежит. Но все равно. Уже весна. Ну что ж, водопад я свой выключила. И пойдемте прогуляемся дальше по моему зимнему саду. Покажу вам вот этот угол. Там у нас пианино. Там мои покупочки. Дальше покажу вам видео о моих покупочках и моих подарочках на 8 марта. И вот так выглядит на 8 марта мой зимний сад. Так выглядит одна сторона угла. Полочка, которая возле окна. Здесь у меня азалии. Посмотрите, как красиво они распустились. Сейчас, наверное, закрою окно. Отсвечивается на солнце.
Не знаю, так лучше или нет. Вот так распустились мои азалии. И вот так красотки мои распустились, распушились. Вот такие красавицы. Красненькая, вот эта беленькая. Посмотрите, какая красота. Ну, я их обожаю. У меня есть и уличные азалии. Я ими восхищаюсь, любуюсь в моем Мунгардене. Вот такая белая азалия. Ну и здесь вот такие композиции. Замиоколькас так хорошо разрастается. Птички в моем саду поют. И букетики, подаренные на 8 марта. Здесь камин у нас. Вот эту композицию зимнюю нужно поменять, убрать. И здесь как-то что-то весеннее повесить. Вот здесь такая композиция, поилочка для птичек. Вот такая красота в виде листочка. Здесь у меня орхидейки и камин. Вот так по-весеннему выглядит мой камин. Следующая полочка. Здесь опять два куста азалии, комнатные азалии. Опять отсвечивается. Нужно закрыть окошко. Вот лучше. Вот такая розовая тоже вот так распушилась. Вот такая винтажная. Посмотрите, какая красота. Я ее обожаю, я вот смотрю на нее и вот фотографирую, любуюсь. А здесь вот божья коровка по лестничке лазит. А здесь вот такая пурпурная азалия. Вот какая красоточка, тоже очень. Уже вот у меня начали расти, они начали. Значит, все с ними в порядке. Когда отцветутся, пересажу. Вот так. На двух полочках. А, ну еще покажу донизу вот эту полочку. Здесь у меня фикус Бенджамин. Вот такая поилочка с птичкой тоже. Здесь вот такая композиция на самый низ. Летом я, конечно, все это вынесу на улицу. И на улице прямо до низу будет занимать полочку цветы. И хоя. Вот этот угол. Подсветку я уже не включаю, так как достаточно света. Ой, мешок упал с землей. Подсветку я уже не включаю, так как достаточно уже света. Наша гостиная, где обустроенный мой зимний сад, очень-очень светлая, так как вот это окно восточное. А вот эти два окна, южные окна. И окна достаточно большие, и света достаточно. Вот так выглядит вот этот угол. Батареи трещат, отопление включилось. Здесь мои подарочки. О подарочках смотрите дальше. Два куста морозника. Конечно, после съемки я их вынесу в мою теплицу. И вот такая ивушка. Ивушка, ивушка. Вот такой подарок. Смотрите,
Конечно, потом я попробую его пересадить в сад. Надеюсь, что оно приживется и будет жить. Надо посмотреть здесь, почитать. Вот такие котики. Деревца. И цветут мои рождественники. Этот рождественник я вам даже недавно показывала, как он в феврале еще. На нем последние цветы, как бы бутоны отцвелись. И, пожалуйста, начало марта он у меня опять начал цвести. Конечно, не так обильно, как зимой они цветут, ну, в октябре-ноябре, но цветут, я смотрю, бутонов все больше и больше. И белый. Вот этот уже цветок отцветается. Он такой стоит розовый, когда отцветается. Но есть еще вот. Посмотрите, сколько бутонов. Много. И вот открывается. И, ну, как бы, вот полностью, смотрю, полностью он пускает, дает бутоны. Я его повернула, развернула. И вот здесь такая у меня композиция возле окна. Ну, там земля и удобрения тоже. Дальше о покупках покажу. И вот здесь у меня на этой стенке пока будут кресла. Ну, планирую здесь купить 2 кресла. Но пока кресел нету. Вот у нас здесь такая композиция. Вот. Я думаю, по елочку в сад можно сделать. Очень красиво будет смотреться, стильно. Вот такая птичка. Примулки мои. Папоротники. Примулки давно уже у меня цветут. С конца января. Вот покупала я себе после нового, после праздников рождественских, новогодних праздников. Так хотелось весны. И я купила. И они до сих пор вот цветут. Постоянно влажная земля у них. Здесь вот тюльпаны, подаренные на 8 марта. Конечно, когда они зацветут, я вам покажу. Но пока они зацветут, у меня есть букеты. Вот еще одна примолка с плющиком. Рождественская звезда, пожалуйста. Сколько она меня уже радует. С Дня Благодарения. Ноябрь, декабрь, январь, февраль, март. 4 месяца. И на 8 марта я еще... Вот еще одна поелочка. Вот такая. И вот такая композиция. Здесь бегония. Желтенькая. Примулка. Вот такая. Каланхои, гербера, гипиастром, как он называется, забыла. Но он сейчас очень популярный. И плющик, 5 растений такой композиции на 8 марта. И наверху вот так примулки украшают мой зимний сад. Ну и вот такая композиция. Здесь гирлянды висят тюльпана и примулки. Вот так выглядит мой зимний сад на 8 марта 2021 года.
и незаметно столик, что это столик, как будто висят в воздухе ваза с цветами. Вот ваза с цветами, с гвоздичками. Это для дочки муж подарил. И пока расцветут мои тюльпаны, вот такой букетик тоже муж гвоздик подарил. Здесь тоже он будет цвести долго-долго. Гвоздики вообще в вазе месяц стоят и больше месяца. Это уже проверено. И вот еще, я не знала, как они называются, я забыла, как они, вот этот букет называется, вот эти цветочки. Но я их обожаю очень, они похожи на лилии, но это не лилии. Я как-то смотрела видео, но забыла название. Их в бутонах покупаешь, и они раскрываются, и тоже очень долго-долго-долго стоят в вазе, очень долго и красиво. Морозники мои красотулечки. И вот так выглядит с этой стороны мой зимний сад. Вот такая красота в моем зимнем саду. По-весеннему красиво, цветов много, цветут азалии, орхидеи. В нашей комнате цветут орхидеи. Сейчас я поднимусь и покажу вам еще мои орхидеи. Морозники, рождественники, рождественская звезда. Все цветет, и букеты, и пахнет. Вот так выглядит мой зимний сад. И после обзора о моем зимнем саде я вам покажу немножко. Как бы похвастаюсь подарками на 8 марта. Смотрим. С 8 марта, девочки, и праздник только начинается. 6 марта, и я начала получать уже подарки к 8 марта. Вот такая красота. Сейчас пройдусь потихонечку, покажу. Но обзор всех этих растений будет только после 8 марта. Посмотрите, какая красота. Морозники. Мои красавцы-морозники. Какие они, как они называются? Обзор после 8 марта. А сейчас просто показываю вам мою красоту. Подарки к 8 марта. Красота. Всех с 8 марта, девочки. Всего вам наилучшего, Божьих благословений, и пусть вас этот год радует ярким, пышным цветением наших садов и зимних садов. Красота! А там азалии, мои красотки. Ну, как я сказала, подарки я начала получать еще с 6 марта. У меня 8 марта началось. Вы перед этим видели уже, я показывала. А сейчас покажу то, что я получила уже как бы на 8 марта. На 8 марта вот такую композицию получила я в подарок.
цветочная такая композиция. Здесь гербера, каланхои, примулка, плющик. И я забываю, как вот этот цветок называется. Ну, многие из вас знают. Вот такая композиция с 5 растений. Муж подарил мне вот таких, кроме гвоздичек в букете, еще вот таких 4. Горшка, что ли, такие вазы с тюльпанами. Они еще не расцвели. 2 здесь и 2 еще. Сейчас покажу. Вот такие разные тюльпаны. Желтые, желто-красные. А также вот такие цветочки. Еще вот такие вы уже видели. Ранункуль, тайградия и дафодия, вот такая весенняя. Перувиан дафодия, вот такие беленькие цветочки. Ну, это я уже сама покупала себе землю. И вот гвоздички, букет. Такой бы это для дочки. Вот здесь ранункули и ацидентера. Вот такое кашпо. Здесь у меня примулка. Вот. А здесь я так вот птичку посадила. Вот таких 2 морозника, ну, я их уже показывала. Гладиолусы и триллиум. Какие-то растения, они полутени растут. Вот такую иву в горшке, котики. Вот такие букетики. Вот такой букетик большой, огромный, с цветочков. И гвоздички. Вот еще одно кашпо с тюльпанами. Вот такие будут цвести. И вот такое, такие тюльпаны красные. Вот такие винтажные вазочки, что ли. Вот здесь, посмотрите, какая это красота. И вот посмотрите, какая красота. Я не знаю, что это. Поилочка, да? Мне кажется, что хочешь, что можно сделать. Можно и поилочку сделать. Вот такая птичка. И сапоги. Птичка. И вот такую красоту. Ну, а остальное я уже покупала. Это я сама покупала для фризии. Купила вот такие горшочки. Фризию уже буду сажать. Грунт купила. Вот они. И вот такие штырьки, чтобы клеенку прокалывать. И вот такие для того, чтобы привязывать название цветов. Ну и вот такие еще покупки тоже. Там канцелярские, но они тоже для сада. Вот розочки здесь еще. У меня тоже подарки на 8 марта. Ну и вот еще покупки для сада. Вот здесь у меня вот примулки. Вот эти примулки уже больше месяца цветут. Где-то 1,5 месяца. Цветут и цветут и цветут. И вот еще внизу
Ну, вот такие подарочки у меня были на 8 марта. Вот так выглядит мой зимний сад в ночной тиши. На 8 марта 2021 года. Камин, подарки с 8 марта и вот такая красота ночная. Ну и, конечно, вечерняя прохлада в зимнем саду. Водопадом журчит мой водопадик. Освежает мой зимний сад. Приятное журчание. И мои цветочки. Азалии, папоротники, букетные цветы, которые были подарены на 8 марта и многое, много-много еще подарков. Ну и, конечно же, без камина никак. Такой весенний камин. Гирлянда с орхидеей. И вот такая поилочка для птичек. И цветущие мои рождественники. Начали цвести мои рождественники. Ну вот, орхидеи в нашей комнате дополняют мой зимний сад. Только это в нашей спальне. Вот такая красота. Цветут тоже с января месяца. Где-то 20 числом января распустились самые первые кисти орхидей и цветут и радуют до сих пор. Вот желтая лимонная, вот такая красавица. И вот распускается уже, вот тоже красавица такая. Ну и еще вот последняя орхидея, которая должна распуститься, пока не знаю, наверное, розовая, я думаю, или белая. На этом я буду заканчивать мое видео. Хочу пожелать вам всем счастья, радости, мира, добра. Мир в ваших домах, в ваших сердцах, в ваших семьях. Мир в наших странах и мир всему миру.
До встречи на моем канале Шмыгля Резидент and Alina's Home Garden. И всем пока-пока. Весна, весна. И скоро будем встречаться почаще. Сделаю 10 числа обзор моего сада. Что взошло и как выглядит мой сад на 10 марта. Это уже будет архивное видео моего сада. Пока!